Universal выпустит третью часть «Мира юрского периода». Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Тревороу. Премьера фильма запланирована на 11 июня 2021 года. Студия Universal анонсировала выход третьей части фильма «Мир юрского периода». Такое заявление создатели сделали почти за 4 месяца до премьеры второй части картины, пишет The Hollywood Reporter. Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Тревороу, который выступил в роли режиссера первого «Мира юрского периода» и одним из сценаристов второго. Премьера фильма запланирована на 11 июня 2021 года. Напомним, 8 декабря 2017 года в сети появился официальный трейлер фантастического фильма «Мир юрского периода. Падшее царство», пятой киноленты франшизы «Парк юрского периода» и сиквела «Мира юрского периода», вышедшего на экраны в 2015 году. Отметим, «Мир юрского периода» на 13 день мирового проката заработал более миллиарда долларов, тем самым блокбастер побил предыдущие рекорды «Титаника» и «Аватара». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта news.com.